А эту и другие игры вы можете купить в моем магазине игр Alex Store. Ссылка в описании. Всем привет, народ, с вами Алекс. Мы продолжаем играть в... Да блин, почему постоянно название забываем? Power Wash Simulator и проходить DLC Губка Боб. И у нас тут логово, шестая миссия уже по счету, если не ошибаюсь. И платят 175 баксов. Я так полагаю, что она будет, конечно же, длиннее, чем прошлое. Поехали. Поехали, поехали, поехали. Так, я надеюсь, вы с кофейком. Я как бы обдолбанный кофейком уже с утра. Поэтому можно намывать. Так, в смысле водоросли. А, это грязь, понял. Я думаю, гида водоросли квадратные. Ух ты. А, это люстра? Понял. Блин, нифига тут много. А сосульки эти? Сталактиты или как их? Так, их мыть не нужно. И стены тоже, да? Или чуть-чуть? Не знаю. Так, это насадка, нет? А есть фонарик? Тут темно так. Угу. Отлично. Теперь можно дверь намывать. Что-то розовая фигня тяжело отмывается. Снизу и здесь снизу. Замечательно. Так, дверь есть. Давайте дальше картину. Пока что 0%. Дверь нам ничего не дала в этой жизни. Что-то ему в нос цепилось. Это морская звезда, как чужой. Отлично. О, 1%. Я вас поздравляю. Ух ты, блин, эту штуку будет, наверное, тяжело помыть. Сзади хоть чистенько. Надеюсь. Так, давайте подлиннее чуть насадку. Сверху надо потихонечку проходить, чтобы прям все у нас тут могло отмыться. Так, а это все отдельно? Чернильная бомба. Всякая фигня здесь. Так, ну придется, наверное, все проверять, потому что я мою просто в общем стену сейчас. Такс, что там сверху? И вот тут чуть-чуть сбоку. Ну, сверху, возможно, что-то есть. У нас как минимум лестница тут есть всякие. Так, тут прошли. Теперь вот здесь. И вот здесь внутряночку вниз. Так, а сверху я вижу, плохо прошелся. Нужно еще раз. Тапочки какие-то подмывали. Так, тапочки есть. Ошейник. А, щекотальный пояс. Шакатан какой-то. Чуть не хочется этот щекотальный пояс у нас отмываться. Ладно, так, табличка захочет? Нет, табличка тоже не хочет. А что за банан? Кислородный баллон. Походу придется с лестнички это отмывать. Снизу даже ржавчина есть. Нет. Как она называется? Бескозырка очкарика. Ядрить, колотить. Вот это название придумали. Еще один пояс. Тут что-то сверху. Лифон чей-то отмыли. О, кстати, вот тут внутри можно пройтись.
Так, ну этого недостаточно. Блин, вот этот поезд долбанный не хочет отмываться. Ладно, давайте брать эту сраную лестницу и пробовать с нее мыть. Ты так понимаешь, что это у нас все надолго. Эта стеночка, она прям мощная по поводу барахла. Так, давай. Ой, хотел подпрыгнуть с лестницы, не получилось. Есть. Тапочек. Тапочек есть. Так, вот этот пояс есть. Табличка есть. Банан. Банан. О, сверху, кстати, нужно отмывать. Я тут стою, блин, не вижу вплотную. О, стеночка есть. Так, банан. Давайте сразу банан пройдем снизу. Так, банан есть. Отлично. Штуковина, похожая на какой-то трехколесный велосипед, но не похожа. Есть. Так, еще один пояс есть. Так, вот это вот коробка. Коробочку мы можем пройти? Тут, по-моему, и нет грязюки на коробке. Была. Просто наугад стрельнул и все. Так, надо пока эту лестницу куда-то это примастырить. Так, это есть. Это есть. Звезда. Звезда есть. ССГГ Тартар пистолет. Понял. Звучит очень интересно. Мы его, конечно же, сверху, наверное, не прошли. Как обычно. Так, готово. Так, шнобель есть. Вот это вот... А, это с маской. Вместе все. Тюб, блин, понятно. Так... Ракообразный молот есть. Чернильная бомба нет. Есть. Ультраизмельчитель 3000. Сейчас будет. Есть. Так, есть специальный блендер. Сейчас будет. Есть. Космобластер. Сейчас тоже сделаем космобластер. Есть. Так. Ракетка ярости. Есть. Потом пузырьковый жезл судьбы. Есть. Бутылка. Есть. Ракушечная рация. Есть. Стальные шары. Чьи-то стальные шары висят. Так, можно отсюда сразу вот эту ржавчину тут позбивать. Есть. Ботиночек. Труба с кулаком. Какой перчатка. Это выглядит все стрёмно. Так, ботинок остался. Есть. Ну, по-моему, все, наверное. Так, давайте теперь вот эту штуку. 4%, блин, нифига, но это было долго, реально. Мне кажется, тут мы будем столько мыть, что, возможно, реально, и вот именно эта территория разделится у нас на две серии, потому что все остальные 5 у нас еще ни одна не делилась. Вот это прям по процентам и по времени обещает быть длинной. Хотя это вот один объект был такой, с кучей мелкой фигни. Так, выключатель есть, а это отдельно. Блин, ну без наушников я не знаю, что происходит, не происходит. Хз. Сфера смятения. Типа должно быть страшно от такого названия, да, я так понимаю? Блин, надо послушать, секунду.
Ну, максимально тупая фигня. Так, сфера смятения есть. Эти... Ой, теперь громко слишком. Блин, ну тут много всего. Радиация тут вообще какая-то. Тоже можно включить. Разморозить. О, спасательный круг. То, что нам нужно. Ну того-то мы можем отмыть. Как раз мелочевку всякую. Ух ты, тут можно подниматься еще, оказывается. Так, конечно, немножечко, но все же. Прыжок мне поможет. Так, а это декоративный спасательный круг. Ага, это все одно целое. Блин, почему не могу нормально прыгнуть? Мы... А, слушайте, так насадку, может, надо убрать. Ну давай. Я не хочу сюда тянуть лестницу там. Так, но здесь высоко я не могу подняться. Вот здесь прям место такое удачное. Ну, вон там видно кусочек грязючки. Блин, придется стульчик с собой носить. Где этот стульчик? Погнали мыться стульчиком. Якорь еще нужно будет отмыть. В смысле? Да ну. Может, отсюда внутри нужно пройти чуть-чуть. Но что-то стульчик нам не сильно помог. Как вы видите. Да ну я что ли, реально лестницу должен таскать? Или я его отмыл? Нет, я его не отмыл. Блин, давай лестницу тянуть сюда. Это максимально тупо. Ого. Ну да. Это все, что нужно было мне. Давайте так же и якорь уже, что ли. Раз лестница возле нас теперь постоянно. Ой. Ну и... А, понял. Нормально тут заныкалась ржавчинка. Готово. Так, погнали дальше. Что мы тут найдем интересного на стенах? Понял, пока пусть тут стоит. Какие-то неведомые трубы. Потихонечку вроде отмывается. Так, наверное, нужно сюда еще зайти, потому что с лестницы мы сюда заглянуть никак не сможем. Вот тут нужно сразу пройтись. Так, погнали, погнали. Промазал. Блин, не то.
Насадку снимаем и наверх. О, 5%. Ничего себе, за 15 минут 5%. Сколько у нас серии будет по этой карте? Штук 40. Одна труба есть. Вторая есть. Отлично. Третья есть. Блин, не могу взять лестницу, я бы ее сейчас переставил. Так, я застрял нафиг. Есть. Фух, так. Есть что-то еще на стенах у нас? Там нет. Нет. Вроде бы больше ничего нет. Давайте тогда, наверное, начнем со стола. В центре событий, так сказать. Отлично, так, теперь кресло, верхушку, чтобы потом на них не залазить сверху. Хотя на самом деле тут много объектов простых, которые просто как стена, вон прямоугольная. И все. В принципе, это все должно достаточно быстро отмываться и просто. В теории. Так что, возможно, мы ускоримся сейчас. Это еще мы посмотрим. Так, готово. Столик. Так, ну, наверное, сейчас все стулья по очереди пойду и все. Так вот потихонечку, думаю, все мы отмоем. Так. Кресло суперприятелей. Это все одно... Ага, все одно. Понял. Так, столик наш. Столик продолжает отмываться потихонечку. Есть. Снова столик.
Хорошо, что хоть полы здесь намывать не нужно. И здесь много. Ой, фига себе. Ctrl нажал, просто улетел сразу сходу. Есть. Так, тут есть. По идее, сейчас столик, наверное, засчитают уже наконец-то. Хотя там еще нужно чуть пройтись по кругу. Так, стол есть. Отлично. Стульчики практически тоже есть. Тут два несчастных стульчика и все. Готово. Фух. Так, а что у нас тут такое дебильное? Бар вот есть, типа. Бар, не бар, черт его знает. Думаю, нужно будет бар это сейчас пройтись. Тут тоже будет много мелких неприятных объектов. Так что будет все норм. Так. Тебя нужно пометить, то я про тебя забуду. Так, стульчики есть. Что, лампочку давайте отмоем? Я реально ее не видел, пока башку не зацепился. Так, держак этот сейчас еще нужно пройти, саму эту люстру еще есть. Так, внутрянка тоже засчиталась? Да, внутрянка засчиталась. А, так это лабораторный стол. Но я бы не удивился, если бы это был бар какой-то. А, это ржавчина, ёпта. На него посмотрел, так и прошелся и дальше.
Так, теперь отсюда нужно еще пройтись. Сойдет. Так, ну стол вместе с покрытием, да, судя по всему. Карточка есть. Ну, сейчас будем по объектам все отмывать также. Ух, нифига тут все. В какахах. Отмывается-то плохо. Столик наш. Реально прям плохо отмывается. Есть, отлично. Вот пятна просто. Ну, насадка, конечно, самая мелкая, но все равно она-то как бы желтенькая, она и ржавчину сбивает, а тут со стола даже протереть не можем. Отлично. Идем дальше. Есть. Столик есть. Остались колбочки. Вот эта чашечка. Чашечка есть. Их снизу нужно пройти, походу. Сейчас сверху понамываю, чтобы уже понимать, что сверху точно нам ничего уже не нужно. Замечательно. Так, столик есть. Хорошо. Что у нас еще такого? Может, вот это вот ручище это отмыть? Давайте руку отмоем сразу. Так, рука есть. Да, ржавчина тут прилично у нас.
Так, эта фигня есть, а ремень все еще нет. Оказывается, тут еще не прошли кучу всего. Я думал, тут у нас все идеально буквально. Так, есть. Экран. Тоже ржавый весь в хламину. Ржавеет в этой игре, походу, все. Есть. Так, надо ему антенку, наверное, вот эту еще отмыть. Антенка есть. Так, телевизор наш. Сейчас, наверное, будет. Телек есть, отлично. Так, теперь вот этот вот столик. Или я не знаю, как это назвать. Подиум, столик. Еле отмывается просто. Так, я ж надеюсь, это все одно целое здесь. Ну, вот кусочек. Так, вот здесь маленькая точка. Готово. Блин, ну вот эта штука очень высокая. Так, мы уже полчаса намываем. Ну, 35 минут, можно сказать. У нас всего 18%. Можно, конечно, какие-нибудь вот такие колонны помыть. Я думаю, они очень много процентов дадут. Давайте чуть длиннее возьмем насадку. С близкого расстояния, конечно, будет не сильно удобно, но... Там, где дальше будет... Очень хорошо. Блин, а может сразу проходить до самой верхушки? Чё я тут думаю-то? И все. Правильно? Сделаем такой круг почета. 20%. Но сверху, само собой, нам придется взять лестницу.
потому что иначе я туда никак не залезу. При большом желании даже. Блин, слушайте, на этой штуковине быстро проценты растут. Было ж только 18, уже 20, 23 даже. Потому что объект массивный. Тут просто отмывается сразу много. А там мы самые мелкие сначала делали. Самые заковыристые, которые больше всего времени тратят. Это получается, как я и сказал, что если начать намывать те колонны, то проценты полетят сразу. Мешок на голове какой-то. Так, ну и теперь сзади, в принципе, все то же самое. Здесь у нас, в принципе, нового чего-то ожидать не стоит. Делаем то же самое. Эти разные колбы тут, оказывается. Так, первой колбы нет. Ой, нет, есть. А низ не засчитали нам. Как бы. Ну-ка, вверх половина, низ мало. Вверх и низ — это разные вещи, понятно. Ну ничего, колбы поотмываем, вверх и низ пройдем, найдем. Хотя может сразу колбы эти попроходить нормально, которые у нас остались. Не, ну тут где-то что-то нормально должно оставаться. А, она снизу закругленная, ё-моё. Так, а как мне тогда? В пол приседа? Нормальная подстава, конечно, с колбой. То, что низ закругленный. Ну вот, понятное дело, мы сейчас встанем, еще сверху пройдемся. Потому что сверху ж там как бы еще есть. Это есть. Так, ну вот это вот сверху и готово. Вот этот подиум готов тоже. Замечательно. Вот на одном этом всего лишь стенде, смотрите, мы уже 10% лупанули.
Времени потратили сколько? 5 минут. 10% за 5 минут. Неужели мы сможем тут все отмыть очень быстро? И за одну серию. Я не поверю. Хотя кто его знает? Всякое может быть. Это же все равно по-прежнему у нас заковыристая фигня, потому что, ну вот, стены вон простейшие есть. Они по объему очень большие. Где мы там лестницу просрали? Упс, упал малёха. Не засчитали. Я, в принципе, не удивлен. Видимо, как мыл, так и засчитывали. Отсюда, если чуть пройдем вот так вот. Вон, краешек вижу. Отлично. Кусочек, это мы же там толком не слезем. О, это отмыли. Замечательно. Так, что дальше, что дальше? Слушайте, так ничего не осталось толком. Тут осталась-то фигня, в принципе. Вон один вот этот пузатый, второй пузатый, и вот этот телек, и четыре колонны, и трубопровод какой-то. Больше-то ничего здесь нет. Что-то отмываю, даже не успеваю посмотреть, что мы там отмыли. Понятно. Рычаг есть. Тюремная камера. Интересно. Кого мы там увидим? Какого-то усатика. Какого-то усатика мы там увидели. Он заржавел, да? Ну, как обычно. Все как обычно ржаво. Ну, я сейчас низ отмою, а потом мы уже будем вот это вот ржавую верхушку мыть. Потому что ржавчина, тут нужно будет уже, наверное, другую насадку, пожестче какую-нибудь. И повеселее. Кнопочки есть. Так, этот отмыли. Вот это точно не отмыли, тут сейчас пройдем еще. Так, рычажок, вот, я тебя не увидел. Рычажочек есть. Так, а это засчитали. Кнопочки вот эти сверху есть. Есть. Ну и... Ой, кстати, вот тут не прошелся. Эту полосочку забыл уже про нее. Точно средняя? Нет, это была не средняя, это была короткая. Так, лампочку нужно. Это первая лампочка у нас, да? Да, это первая лампочка.
Этот есть, это есть. Ручка есть, фонарик. Фонарика еще нет, но сейчас будет. Так, этот есть, да? Лампочка, точнее. Вон сверху нужно было. Да. Хорошо. Да, за счет насадки сразу можно с другой скоростью дубасить всю эту грязюку и просто кайфовать. Так, вот тут все равно плохо снова отмывается, а там видно плохо отмыто. Давайте тут, наверное, чуть пройдемся, посмотрим, где я тут плохо прошелся. Хотя нет, везде, в принципе, нормально. Но тут только чуть-чуть. Окей. Но лампочка не хочет у нас отмываться почему-то. Что с тобой не так, лампочка? А, понял. С ней все в порядке. Так, тут есть. Так, этот датчик нет, тут все четко. Так, что не так с этой тюремной камерой нижней? Давайте мелочь всякую теперь тереть. Потому что как раз таки нам какой-то тут мелочевки не хватает. Ну тут само собой. Хотя, может, как раз таки стоит пройтись, чтобы все засчитали. Блин, ну вот пару пикселей там осталось несчастных. Есть, наконец-то. Так, думаю, можно ее взять подальше и по самый верх лупасить. Там лестничку поставим и пройдемся сверху. Ротан какой-то застрял там внутри в тюремной камере.
Лестничка. Верхушка будто ровная, кажется. Она, по-моему, и есть ровная. Отлично. Так. Фух, 40% 50 минут. Нам еще мыть и мыть. Но не знаю, где-то на одну серию, мне кажется, по сложности. Типа чего-то осталось. Там все отмыто. Вот этот вот один пузатик. Телевизор. И 4 колонны. А, ну и по центру это фигня. А как нам ее отмывать? Типа сюда поставить, залезть наверх и лупануть длинной насадочкой. Давайте эту штуку отмоем тогда сразу. И продолжим в следующей серии, так сказать, отмывать эту локацию. Так, ну, типа норм. А, стоп, а центр... Центр-то мы можем со стола помыть и не париться. И потом не лупить сюда вовнутрь. Не страдать. Отлично. Так, где у нас лестница? Тут, в следующий раз тогда сюда. Хотя я не знаю, нам придется вот на другую сторону колонны еще ставить или нет. По идее, должно хватать. Так. Ага, тут нельзя, но тогда отсюда ставим. Готово. Наконец-то. Так, народ, думаю, что на этом закончим. Продолжим следующее, потому что мы это все не успеем помыть. Так что спасибо всем за просмотр. Не забывайте подписываться на мой канал. Все ссылки будут в описании под роликом. Ну, с вами был Алекс, и всем пока-пока.